Я Надежда Гатько, главный офтальмолог Министерства здравоохранения Тверской области. Рада участвовать в проекте «Тверь Тим». Уникальная профессия, уникальность ее состоит в том, что результат виден сразу. Я смотрю пациента просто в микроскоп, и я вот его помню. Даже мне бывает карточки не надо. Просто, ну вот, знаете, вот как говорится, перекрестясь, недостижимых целей нет.